Винтогирус – род организмов идиокарской биоты, относящийся к типу петолонам. Окаменелости впервые обнаружены в среднем течении реки Онеги Архангельской области ленинградским геологом Чистяковым в середине 1980-х годов. В дальнейшем Гражданкиным и Иванцовым обнаружены сотни окаменелостей. В настоящее время винтогирус является одним из наиболее изученных докембрийских организмов. Винтогирус имел яйцевидное тело, состоящее из трех одинаковых долей, разделенных продольными перегородками и обладавшее силой симметрии третьего порядка. От продольных перегородок отходили в два ряда поперечные перегородки, разделявшие организм на отдельные полости. Осевая часть организма представляла собой обособленную полость в виде трехгранной призмы. На поверхности продольных перегородок и центральной призмы сохранились отпечатки разветвленной системы проводящих сосудов. На каждой из трех граней центральной призмы находился центральный ствол проводящей системы, от которого в чередующемся порядке отходили боковые ветви, несколько раз раздваивавшиеся по направлению к внешней поверхности организма. В каждую поперечную полость организма вело отдельное ответвление центрального ствола. В зависимости от сохранности перегородок и степени заполнения камер осадком, винтогирус образует окаменелости разной степени сохранности. Благодаря мягкости влажных песчаников Онежского месторождения, окаменелости размываются по поверхностям, соответствующим перегородкам, что позволяет подробно изучить его внутреннюю структуру. Среди исследователей нет единства относительно экологии винтогируса. Наиболее вероятно, винтогирус был свободно плавающим животным. На заостренном конце тела находился рот, а центральная призма представляла собой пищеварительный орган. Плавание осуществлялось при помощи ресничек, покрывавших наружную часть тела. Три больших поля, расположенных на заднем конце тела, могли нести щупальца, приводимые в движение мышцами, на наличие которых указывают характерные радиальные расходящиеся складки. По многим признакам винтогирус схож с современными грибневиками, за исключением трехлучевой симметрии. Каких-либо органов для прикрепления к дну у винтогирусов не обнаружено. Однако не исключено, что им принадлежат найденные рядом фрагменты трубок, выполнявшие роль прикрепляющего стебля. Федонкиным высказывалось также предположение, что яйцевидное тело представляло собой поплавок пневматофор, который поддерживал неизвестный пока организм или колонию организмов. Винтогирус питался сапрофагом, достигал в длину до 10 см, весил при этом до 50 грамм. Был найден в реке Онеги Архангельской области, жил и вымер во время позднего Эдиакара. Фан-факт.